El postiu. Igor. Ima reč naš gost Igor Gornjev. Уважаемые председатели, уважаемые делегаты, коллеги, друзья, братья. В прошлом году, в конце года, к нам от вашей делегации, от вашей организации приезжала очень большая делегация. Половину из них сидит здесь в президиуме. Прошлой године е долазила ваша делегация в Москву и половина от них се налази в овом председничестве. Мы с большим удовольствием повстречались, узнали о работе наших организаций, обменялись мнениями и наметили пути взаимодействия. Я рад, что нахожусь сейчас здесь. Mi smo sa velikim zadovoljstvom razmenili informacije i utvrdili smo naše buduće, našu buduću saradnju. Iz tih razloga, evo, ja se sada nalazim ovde sa vama. Naš predsjedatelj Sajuz pensionerov, Rizanski Valerij Vladimirovich, является predsjedateljem Komiteta Sovjeta Federacije, Российской Федерации по социальной политике и по государственным, так сказать, вопросам. Он не смог сегодня быть здесь. Наш председник пенсионера Русии и одновременно и председник Федерации задужен за социальные питания Валерий Рязин и из-за обовеза не был в возможности да присутствует в этом скупу. Ну, он очень любит Сербию, дружит и с послом Сербии, и с президентом. Выражает, значит, вам глубокое почтение, передает привет. И с вашего разрешения я зачитаю его приветствие. Он очень любит Сербию и желает много успеха вашей активности, как и этой скупщине. И я имам поздрав от него, который хочу вам сада прочитать. От имени полуторамиллионного коллектива Союз пенсионеров России и от себя лично он приветствует участников и организаторов совещания Ассоциации производителей Сербии сегодня. U ime polumilionskog Saveza penzionera Rusije i u moje lično pozdravljam učesnike i organizatore izborne skupštine udruženja penzionera, udruženja sindikata penzionera Srbije. Opštevstvene nepravitelne organizacije penzionerov naših stran provodit velšu robotu po zaštiti zakonnih prav, življenih interesov građana staršog pokolenja. И вносит последний вклад в решение социальных проблем, улучшение качества жизни пенсионеров. Наши организации пенсионеров в наших землях имеют значительную улогу в защите права и животных интересов старых граждан, имеют великий допринос в решении проблема и побольшании условий живота пенсионера. Наша организация содействует вовлечению пенсионеров в творческую, культурную и спортивную жизнь общества. Naše organizacije nastoje da učine penzionere stvaralačkim i kulturnim delom života društva. Želaju učasnikom savješanja plodotvorne rabote, krepkog zdravlja, blagopolučaja, interesnih ideja, daljnjih uspjehov, realizacije namješnjih planov. Želim učesnicima ove izborne skupštine plodan rad, dobro zdravlje, interesantne ideje i uspehe u realizaciji planova. Valerij Rizanski. Valerij Rizanski. Thank you.